Примерно на этой точке мы в самой первой серии два месяца назад стояли. Я вам показывал там недостатки этого дома. Мы только приступали к своим работам. И сейчас дам немножко крупный план. Василий, покажи. Вот, в принципе, более-менее точка, потому что вокруг деревья заснять дом не получается со всех сторон. Вот подшип, новая кровля, вентилируемые коньки. В наши работы входили монтаж водостоков, подшивка лиственницы прокрашенная. Значит, устройство продыха, вентиляции крыши, утепление пирога, выравнивание крыши. Очень большая, глобальная, серьезная работа, переделка кровли. И среди всего этого дома деревянные с элементами отделки надо было никак не замочить. То есть надо было работать аккуратно, с оглядкой на погоду и укрывать укрывным материалом постоянно вскрытые участки. Да, внутренние работы там велись, поэтому нельзя было закапать. И вот, друзья, презентую вам законченную работу и нашу последнюю серию. Профмонтаж, гибкая черепица. Еще будет отзыв наших любезных заказчиков, которые согласились просто высказать свое мнение о нашей работе. Добрый день, дорогие друзья, с вами снова компания Профмонтаж, и меня зовут Мороз Алексей. Итак, мы заканчиваем наш плейлист, очередную серию монтаж гибкой черепицы, переделки в Калужской области. И сегодня я вам презентую нашу законченную работу и познакомлю с нашими любезными заказчиками. Вот зовут Любовь и ее муж, супруга Александр. Вот, в принципе, что вы хотите сказать о нашей работе? Ну, в первую очередь хотелось бы по окончании и приемке работы, которую вы выполнили, хотелось бы выразить большую благодарность вам. Ваш адрес непосредственно как руководителя компании. Мне понравилась четкость, слаженность в работе, не только управления, но и самих строителей, связь между строителями, связь между управленцами постоянная была. Работа выполнялась качественно, быстро, на любые вопросы сразу была заметна реакция, реагирование, то есть если какой-то вопрос появлялся и захотелось что-то чуть-чуть изменить, собирались, моментально все решали, любые вопросы. Дом я этот купил. Это несмотря, что дальность, это Калужская область, дальность от Москвы, как бы, ну, значительная. К счастью, вот это мне повезло с вашей компанией, действительно, несмотря на дальность, я думал, может быть... В двух словах расскажите нашим зрителям, какие проблемы были у вас на этом доме? Этот дом я купил 2 года назад. Значит, зимой переночевал, 1, 2, 3 раза я понял, что крышу надо ремонтировать. Во всех местах, где крыша примыкает к стенам, сквозняк ощущался. Я обратился в компанию предварительно до вас, значит, в местную. Думал, местные ребята, рядом, близко, все хорошо. Они разобрали старую кровлю, заложили туда пенопласт, накрыли все. Материал, на мой взгляд, был просто испорчен. Вот это он лежит, наверное. Да, это вот этот материал, который, значит, я им вернул обратно. Материал, это тот материал, который я вернул обратно, который предыдущая компания, значит, монтировала. Вот. И проблемы с пирогом. Проблемы, значит, начались, когда сделали в доме камин, вывели трубу, вырезали отверстия. И когда отверстие вырезали, обратили внимание, что под кровлей стоит влага. Не влага, а прямо лужи воды. Если бы этот дом простоял еще год, крыша бы вся рухнула, она потому что должна была сгнить, по идее. Ясно. Ну, теперь вы... А я можно добавлю? Значит, конечно. Мой муж сказал с точки зрения технологических, значит, процесса этой крыши. А я хочу сказать с точки зрения эстетического процесса, как женщина. Значит, эстетически все ровно, красиво и очень все достойно, я бы сказала. Поэтому спасибо огромное компании «Кровля». «Кровмонтаж». «Кровмонтаж». Мы вас будем приглашать и рекомендовать другим нашим
друзьям. Вот это спасибо самая огромное. Ценная похвала и так. Приятная, так сказать, в конце работы получить такой отзыв. Немаловажно сделать еще по скриптам. Значит, все соседи, а это вот дома, которые вы можете показать сейчас вокруг, все пришли и спросили, кто вам делал крышу. Все просят адрес, телефон компании «Кровмонтаж». Ну, хорошо, дорогие друзья, на этой ноте мы будем прощаться с вами. С вами была компания «Кровмонтаж». Меня зовут Мороз Алексей, оператор. Оператор Василий, как всегда. До встречи, всем удачи, пока.